Подразделения российских вооруженных сил продолжают уничтожение подразделения 54-й отдельной. Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступивший из западных стран. Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зенитно-ракетных комплексов, в том числе 6 БУК-М1, 1С-300 и одна боевая машина зенитно-ракетного комплекса «ОСА».